на канале «Домашний» состоится повторный показ 16-серийной мелодрамы «Мама», выход которой ожидается 12 декабря. В центре сюжета сериала Вера Субботина. Она – простая учительница литературы и русского языка. Однажды, в силу обстоятельств, девушка решает уехать из Санкт-Петербурга в столицу. Там она хочет начать новую жизнь и решает устроиться в лицей. Новое место жительства, новые коллеги и воспитанники, Вере уже начинает казаться, что ей действительно удалось порвать с прошлой жизнью. Но у судьбы на Веру свои планы, и вот уже совсем скоро она сталкивается с Кристиной, негласным лидером класса и ее родителями Кириллом и Надеждой Успенскими. И именно это событие заставляет Веру встретиться со своим прошлым и взглянуть в глаза своим чувствам, о которых она предпочла навсегда забыть. Кирилл и Вера когда-то встречались, но Вера предпочла не рушить счастье Надежды и отказалась от своей любви. И вот теперь нахлынувшие на Кирилла старые чувства не хотят оставлять Веру в покое. Главные роли в сериале исполнят Юлия Мельникова, Марина Дровосекова, Павел Трубинер, Алена Новицкая и другие. Повтор 16-серийной мелодрамы «Мама» состоится 12 декабря на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.